В эфире «Петровка 38», я Сергей Дрожевкин. Здравствуйте. Водитель внедорожника, который сбил в Новой Москве троих пешеходов, одного из них насмерть, на время следствия отправлен в СИЗО. Такое решение вынес Троицкий районный суд столицы. Управляя иномаркой, 32-летний житель столицы не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем по касательной и вылетел на тротуар прямо в толпу пешеходов. На месте скончался молодой мужчина, еще двое. Мужчина и женщина были доставлены в реанимацию на санитарном вертолете. Как выяснили полицейские, предполагаемый виновник аварии был пьян. Перед этим днем выпивал. Ну а сели за руль БМВ в нетрезвом состоянии? Там чуть-чуть. Ну чуть-чуть это как? Стакан водки два? Меньше стакана водки, да. И в результате не справились с управлением? Там с машины какой-то, ну, что-то случилось, меня выкинул на встречную полосу, ударов в Lexus, и все, и меня выкинул на тротуар. Кроме того, он был неоднократно судим за разбой, и сейчас ему грозит до 7 лет тюрьмы.